А неплохо. Жестковато, да? Я думал, он сдал назад. Ни хрена. Так, ну что, смотрим на Руслана. Так. Сейчас посмотрим. Сможет ли Мегауаз? Ё-моё. Не, не сможет. Так, вторая попытка будет. Не, не хочет туда больше ехать. Трудно. Но на самом деле, чтобы вы понимали, здесь почти отвесная стена. Единственное, что можно сделать, это разровнять ее, что ли, так заехать. Сложно. Наверное, 2 метра высотой это препятствие. А вот так зацепился, смотрите. Да. Ну тоже задними колесами подкапывает эту стену и тяжело переехать. Да, да. Ну, молодец, заехал. Вот так вот. Я, честно, даже не ожидал. Ладно, пойдем наверх. А у не мог, не смог. Так, попытка Вранглера теперь. Там внизу очень мягко толкнуться нельзя, понял? Я поменял там траекторию. Стриют и подкапывают. Да, да. Из-за этого. Ну, ничего, так у вас едет вроде более-менее. Да, неплохо. Не, не мог тяжелый, он тут не смог, да? Какой-то угол. Слишком крутой. Там отвесная какая-то. А как же я заехал? Ну, каким-то чудом, да? Просто камера не передает всю эту. Ну тут под дерево можно и проехать. Клиренса не хватает. Саня, правее попробуй. Рации нет. Сань, туда. А там видишь, там. И нормально, он чуть-чуть да, его чуть перехилит, и он заедет. Что это? Это разгон? Это разгон. Что происходит, да? Не-не, это. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не помазь, я тебе. О, вот там лучше, да, да. Красавчик, умный в гору не пойдет. Что, твой выход, Андрюх? Ты так решительно пошел. Я просто знаю твою эту походку, понимаешь? Ты он надубасил уже сегодня. Это да. Андрюха, конечно, зверь. Нету, да, но 2700 есть база колесная, длинная. Нельзя зацепиться. Давай.
А вот нормальный джипер к нам подъехал. Сюда! Братуха! Уехал. Так, дельфин выходит на арену. На арену выходит белый дельфин. Этот не так не сдастся, конечно, я его знаю. Ну, хотя тут сложновато. Ну, может, бампером выровнять эту горку. Ходом. Почти вертикальная такая. Да, неплохо. Да, можем сделать оффроуд на ровном месте. Андрюха, он тебя зароет, тут прячься. И колышек сломал от соревнований оставшиеся.